Всем привет! Сегодня паста из грецких орехов. Паста готовится очень просто. Для этого заранее замочите на ночь грецкие орехи. Потом хорошенько их промойте, возьмите хороший мед и очистите несколько фиников. Поместите в блендер орехи, мед и финики. Налейте небольшое количество воды и взбивайте, начиная с небольшой скорости, затем увеличивая ее и помогая темпером. Такая паста очень вкусная, полезная и содержит много микроэлементов. Обожаю такую пасту с чаем. Всем приятного аппетита!